Привет, дорогие друзья! Сегодня отправляемся в музей Дали. 7:33, прямая электричка до Фигейроса. Один билет стоит 15.40, туда-обратно. Итак, по узким улочкам Фигейроса практически бегом добежали до театра музея Дали. Поднимаемся по ступенькам. Впереди известнейшие скульптуры. Сейчас посмотрим на них другого ракурса. Итак, пришли к театру музея Дали. Как купила? Марина уже купила билет. Непонятно как, где. 9:30. Мы находимся у театра музея Дали. Заходим внутрь, бежим впереди экскурсионной группы. Проверили рюкзак, ничего подозрительного там не обнаружили. Картин очень много, очень интересные. Каждым могут интерпретироваться абсолютно по-своему. С крыши автомобиля льется дождь. Находимся внутри театра музея Дали. Происходящее действие каждый воспринимает по-своему. Посмотрели внутренний дворик, пойдем в здание музея. Сальвадор Дали был великим фантазером. Еще в детстве он любил подсматривать, и, по всей видимости, это наложило определенный отпечаток на тематику его картин. Внизу, где вот этот вот светло-серый прямоугольник, это могила самого Сальвадора Дали. Он как раз выступал за то, чтобы могила его была неприметной, и по ней все ходили. А на телефоне видно президента Линкольна. А убираешь телефон, я, например, вижу только голую женщину. Трактовать картины можно по-всякому. Трактовать скульптуры можно тоже абсолютно по-разному. Судя по лицу, это Иисус Христос. Судя по платью, это какая-то кукла. Иисус Христос в кукольном платье, распятый на шевелящихся палочках. Я так вижу эту картину. Идем дальше по нескончаемым залам этого музея.
интересные лампочки, подвесочки, зеркала. Вот такие картины я очень люблю. Очень красивые. Можно бесконечно гулять по залам этого музея, по галереям. Идем наверх. Народу как колени, хрен пробьешься. Вот такой вот крокодильчик. Известнейшее произведение – автопортрет Дали. И перед нами портрет Пикассо. С одной стороны картина розовая, с другой стороны картина голубая. В середине стоит зеркало углом. И очень интересный эффект отражения картины в этом зеркале. Это кресло такое? Кресло-качалка. Просто красавчик. Это очередь для того, чтобы посмотреть на волосы, губы и нос. Сейчас мы тоже туда пристроимся и сверху всю эту красоту увидим. Очередь очень небольшая. Лучше, чем валяться на пляжу под палящим солнцем, покрытым липким потом. Лучше ходить и смотреть достопримечательности всякий раз. Excuse moi. И внизу маленький бегемотик. Удастся ли передать с помощью нашего видео то, куда мы сейчас поднимаемся, но будем стараться. Театр оптических иллюзий. Великий мудрец и затейник был этот ваш Сальвадор Дали. Приехали группу в полосатых купальниках.
общем, здесь мне удалось разглядеть только среднюю картину. Слева-справа я не понял. Венера с ящичкой. Вот такой вот павлин-мавлин. В музее представлены не только работы Дали, но и его сподвижников. Энтони Пиксот. Работы из камней. О, на Путина похож на медузу Горгон. Ну вот это точно Дали. Наверное, спальня Сальвадора Дали. Наверное, на этой кровати он занимался любовью со своей Галой. А здесь они с ней принимали ванну. А сюда они писали, скорее всего. Похоже на две какие-то попки. Мы еще столько всего не посмотрели, оказывается.
Египте. Музей какой-то. Да, красота кроется в деталях. Ну вот она, зал. Ох, старый разврат. Очень многие произведения посвящены горячо любимой Гале. Она оказывала очень большое влияние на творчество Дали. Была его очень успешным менеджером, маркетологом. Очень хорошо продавал его картины. И Дали отчасти обязан ей своей популярностью. Ювелирные изделия от Дали. Внутренний дворик с фонтанами. Какой же пьет? Майот Шандон. Нет. Какой он пьет? Шампанское. В общем, мы с Мариной находимся во внутреннем дворике дом-музея Дали. Вот. Вместе с нами присутствует сам Дали. Он поднимает бокал в вашу честь. Приезжайте, здесь очень здорово. Выход из дом-музея Дали. Народу уже подъехало много. 12:19, очень много экскурсионных групп. Так что, если хотите приехать сюда и посмотреть все это спокойно и без давки, то лучше приезжать, конечно, заранее. На выходе из музея Дали есть Дали-шоп. Магнитик такой. Ручка. Очень интересные сувениры. Вот такой вот. Или с часами можно.
Раскраски для детей, театр музей Дали. Мы находимся в Дали Шоп. На этом все. Мы выходим из театра-музея Дали. Дом-музей Дали, вид снаружи.